Бурджар? Да. А что это означает? Волчий овраг. Ух ты. Когда-то здесь был овраг, еще туранские тигры ходили, да, и волки возили. Потом сюда запустили воду, очень нормально. А земля... почему такая вода, вот такой цвет? Какой нормальный цвет. Это хороший цвет? Да. Говорят, водоросли цветут, нет? Нет, вода протосная. Мы здесь и маринку ловим даже, таких. Большие рыбки? На сети, правда, да. Значит, вот этот ваш массив тоже хотят сносить, да? Вот вдоль канала. Угу. И хотят построить монументальное строительство. Памятники старины. Ну, запасти мы этот пост, чтобы не сносили вас. Вот здесь вот покажи, что вот это хотят сбить. Вот все деревья пили, да? Сравнять с землей. Вот, и вместо этого поставить какую-то железную коробку. Бетон. Сегодня мы разместим гневный репост. Как красиво здесь, воздух хороший очень. На 3 градуса температура ниже лет. Зимой. Всегда прохладно. Ну все, значит, мы размещаем.